It's My Life продолжает работу. В общем, мы решили сами посмотреть и вам показать то, что мы купили. Вот это вот 4D Gummy Block. Строй, играй и потом это съедай. Мы, короче, в это никогда это не покупали, мы это первый раз увидели. Зайка, дай, пожалуйста, ножичек, оно запечатано. Мы это первый раз увидели, и дети заинтересовались очень сильно. Поэтому сейчас откроем и посмотрим, что это такое и как его едят. Короче, это наш Лего съедобный конструктор. Так. Па-пам! Вот такие вот классные лего детали из желатина. Так, держи, Антошка. Сейчас, Сашка, я твой открою. Сейчас дети будут это строить и поедем. Зайка, открывай, конечно. Так, Сашки. Торжественное вытряхивание. Спасибо. Что вы съели? Я это сейчас выкрою, я посвятила. И Катарин, покажи, там есть новогоднее это самое. У Сашки другой домик, их два вида. Да. И Катарин. Вот я. Так. Блин, пахнет вообще обалденно. Зай, может им тарелочки дать, высыпать им тарелочки? Да, ну тарелочки. Может, не надо все сразу открывать? Нет, я имею в виду, что может тут крыша так, где-то. Так, мы путать не будем. Это вот Сашкины, кстати. Вот эти две мои. Вот это Сашины кубики. Нет. Держи. Вот это вот Катаринины кубики. Это мне кажется, можно путать. И оно вообще-то очень хорошо бьется. Мама, а что лайко? Зайка, лучше резать. Мой лайко сломаться. Ну давайте начинайте уже строить. Сережа, надо отдать ему на колёво. Так, Антош, это твое. Вот это еще одно мое. Я-то хочу это пасить. Ребята, пахнет просто обалденно. Жалко, что камера не передает. Но ждем новых технологий в 2019 году, когда камера будет передавать запах. Вау, папа. Что, что по основе? Как собирать? Надо... Кто разберет? Я ёбки написано, Сати. Так. Ну, этот лисик нельзя кушать. На коробке написано, как собирать. Его надо как-то разобрать сначала, да? Не-не-не, Сереж, он вот... Короче, это надо будет обклеить этот макет. Вот домик, я понимаю. Да, да. Задевать надо. Сашечка, зайка, это для... Я сижу. Для фундамента нашего. Катарин, ты смотри, вот так надо загнуть. Когда фундамент? И вот здесь в дырочки вставить. Это наш фундамент. Вам еще я открою мои кендики? Блин, у меня русские. Да, три веса. Я, по-моему, ее руки, они слишком жирные. В общем, сначала собирается домик. Картонная основа, на базе которой будет собираться весь этот домик. Они такие вот. Они такие аппетитные. Саша, ты тоже еще. Так, мы справились с домиком. Блин, ну ты быстро, у меня вот еще такой пол домика. А мы уже крышу. Покажи крыша. А, крыша вверх должна быть. Крыша мыша. А, и строить тоже нужны тарелочки. Строить нужно на тарелочку. Саша, не тухай. Я стараюсь идти из ума. Соп, это крыша, я думала, это фундамент. Так, нет, Саша, она ошиблась сразу. Давай я себе сделаю. И вот вам. Катаринка, не спеши, зайка. Не так, не так. Катаринка, надо забыть сначала. Это тарелочка, на которой твой дом будет стоять. Где моя коробка? Мне нужно... Так, чей дом? Это не моя. Саша хочет свою. Давай помогу. Смотри, Катаринка, сначала надо... Нет. Буду срубить. Тебе коробка надо? Да, мне не моя коробка. Я думаю... Держи.
Смотри, Катаринка, сначала загибаем вот эти. Ой, это слишком тяжело. Так, вот это загибаем. Кому нужна помощь? Кому Саша, возьмите Сашину инструкцию куда-нибудь, а то она стоит прямо на весь самый дом. Вот, а потом, смотри, видишь, вот эти вот штучки вставляются сюда. Да подожди, оно все вокруг вот так? Так. Это тяжелая работа вообще-то. Я вообще-то никогда не думала, что мы будем делать такую вещь. Съедобное дело. Да. Вот я бы, вот если бы я увидел что-то вот как после тарелки, я бы уже давно скушала. Ну, если бы оно было вредно. И смотри, вот это вот видишь, да. Надеемся, там есть части, те, которые не нужны. Вот и нет, Антош, я думаю, части все пригодятся, просто придется что-то скушать. Так, а как крышу приделать на крышу? Там есть штучки. Я хочу тяжелую. А, да, я могу тарелку подвинуть. О, это тяжело. Само? Нет. Вот это так, да? Блин, мне вообще-то нравится. Папа, только не сломай, пожалуйста. Ну, зайка, почему я должен сломать? Все сделаем, как в лучших домах Лондона и Парижа. Оп, все. Это вот такой вот домик. Возле. Больше похож на скворечник. Держи. Ну, он же обструит. Сашенька, а чего ты? Я строю. Не в центре стоечки. Ну, ты людей возьми. Мама, я просто передвигаю, чтобы... Так, то, что сзади, мама. Держи, Катаринка. Иногда надо подумать перед тем, что ты сказала. Антон, не ешь кирпичи. Эй! Надо строить. Я просто чуть-чуть попробую кирпичи. Можно я просто мне? Да, вкусные кирпичи. Зачем? Зачем, Катаринка? Тебе трудно выбирать будет. Пускай так лежит. Бери из двух тарелок. Я буду легче. Сережа, ты думаешь, вот этот цвет? Нет, этот не нужен всем. Don't leave. Ну, в общем, строители потихоньку работают. Можно я это просто лык, пожалуйста? Лык это что? Лизну? Лизни. Когда лизешь, невкусно. Как это что? Антоша, лизать не есть. Тебе ж на дом кирпичей не хватит. Там, страшно. Как его называется? Запасные чуть-чуть. Скину его снимать. Да, его скин снимать. Типа я ему помогу. Окей. Помогите. А почему только две палочки? Это у Саши две палочки? Да. У тебя нет палочки? А вы разные домики посмотрели. У детей просто... У Саши самый прокачанный дом. Папа, поставишь куда-то чужой. А у меня еще, кстати, с прошлого Крисмаса есть такие палочки. Хотите вам, да? Да, я хочу. Серьезно, есть такие конфеты. Что ты сказал, Саша? Если Сашенька, а ты уверен, что... А что вот это за пакетик покупаешь? Куда я зла? Это до фундамента. В нем лежали бумажки эти, домик. Блин, строить эти так тяжело. Ты старайся, Саша. Блин, знаешь, да. И вот этот через... Это какая жизнь? Builder. Worker. Bob the Builder. У него есть такая жизнь. Builder Builder. Тут просто скин снимается от них. Ну, типа... Откуси кусочек. Саш, не бойся. Потом сосёт. Потом я все спрошу кирпичики. Извините, Лавик. Да. Катарин, ну ты ж не мне его. Ну что, у вас получается что-нибудь не мне? Ну, понимаешь, ты тоже. Я хочу узнать, что это. Что, ты нужные кирпичи ставишь? Да, я нужна. Или ты просто лепишь горбатого? Я просто лепаю, я даже не знаю. Не, Зайка, ну ты ж как-то красивый. Ну я строй как-то красиво ты. Пошли, это не как твое лего, которое ты идешь, покупаешь, а оно тебе так как показывает построить, понимаешь? Антон, там каёбка около тебя показывает, как стоит.
Я строю как надо, я Боб the Builder. Ты не Боб the Builder. Чего ты, дебилдер? Папа, иди. Ты наказан. Ну, пока, папа. Шутка, шутка, шутка. Подожди, а где оно? А нет стрип-класса. Аллилуйя, аллилуйя. И потом соски. Это стрип-класс. Окей, хорошо, это они очень... были слишком рыбки. Крышку даже очень чистую. А ты точно ты не поздно? Я точно поздно их не хотела. Я Боб де Биллер, Боб де Биллер, Боб де Биллер. Ну что, Саша? Строю работу. Строй? У тебя есть работа, что и все будет. У меня крыша падает. Что же я буду делать? Ничего. Да. Спасибо. Крыша как будто снег на крыше, да, белая? Да. А ты уверена в том, что ты правильно ставишь? А, маленький нет, как-то скраю. Ну там оно... Оно там, блин... Я просто делаю, как я хочу, типа, ничего не горите, по-моему, маленький домик. Блин, ну смотри, я вижу четыре больших. Четыре. Может, мне надо больше собрать. Блин, ну, помоги мне просто поставить. О, я сделала. Хорошо. Мочка, они липкие. Они хорошо припадают, они специально так сделаны. Мне придется строить из самых маленьких. Нет, Сашечка, а самые маленькие у тебя должны быть на наверх. Ровностью тебя хромает за это. Отрывай. Может, нет? Давай начнем сначала. Да, не то, что мам, смотри. Нет, так не выйдем. Мам, смотри сюда. Сашунь, ты знаешь, что за это? Используй любые, как тебе нравится. Давай вот так вот один. Я делаю, как я хочу. Саш, хорошо? Я сделаю просто туда снежок. Мне кажется, плавно. Не-не, снежок на крышку накладывай. Очень дальше. Ровно. Да, просто сделаю красный. Положить. О! Вот громадина. Вот, видишь, mm-hmm. четыре больших. Сашунь, теперь бери вот такие вот классы, смотри. Да, нелегкая работа билдеров. Ну, в смысле, строителям. Ну, вы поняли, Саша. Bob the Builder. Bob. Can you fix it with a hammer? Что-то у Саши крыша как-то... Красиво. Поехала немножко. Вы там не перестроили ничего? Не, не в смысле. В каком плане? Наклонилась как-то крыша. В каком плане? Все хорошо. Антон, если что, это моя иллюзия говорить, в каком плане. Ну, вы поняли, что я хотела. Как это планы? Какой у нас план сегодня? Стоп, у меня вопрос. Тут есть запасные, чтобы покушать их? Да. Потом можно будет дом скушать. Я знаю. Только не листик. Пожалуйста, не будьте. Подожди, а то что? А почему ты больших не было? Нету больше. Смотри. То мне кажется, что некоторых даже не хватит. Сюда подвинь. Пачка, я пробилдер, окей, смотри. Никто не ест. А серединку вы должны вон, у вас тоже, наверное, должны быть... Конёк. А ты знаешь что, я хочу вот молодец, здесь, смотри. Оно пахнет, да? Катарина говорится. Вот. Да, ну, конечно, вкусно пахнет. Не, ну мне не очень пахнет. А, трубу, все правильно, молодец. Там не пахнет. Красавчик. Я просто буду... Я только что сделал большую ожидку. Я знаю, что... Типа мне в глаза было делать сзади, но не надо. Ты можешь тарелку просто по-другому сделать? Да, наверное, вот так надо, Саша, это сюда поставить. Главное, как-то поспереть. Да. А туда маленькие уложить. Теперь а туда. Что, может не хватить на весь дом? Ну, как-то мы поняли, наверное, что назад не предназначено. Ну, что назад ты? Вообще. Давай, Саша, только сюда это переставь. Okay. Это ничего, никто не будет смотреть, что у тебя сзади дома. Как будто мы... Да почему кто-то сразу не говорит? Меня крыша упала. В смысле, в как? Мне нравится здесь, как я просто так просто строю, да, ну все так сюда красиво. I spent everything. Вот так. Оно до меня не очень вкусно.
Мы же все что-то рассчитали. И теперь, да. Теперь осталось только красное. Так, ложим сюда вот там. Вот. Да. Ну вот, вот так вот должно быть ровненько. Потом... Вон как у Саши ровненько, да. Молодец, Катарина. Дай им тоже покажи. Я буду делать разных цветов. Ты чтобы... какой-то кривой билдер. Папа, никто косячишь тут. Я вообще не кривая. Я делаю просто дизайны. Мастер такие разные цветы. Я тебе лампочку. Молодец, Саша. Оп. Саша решил подойти к постройке дома. Как? Отойти от общепринятых стандартов. И построить по-своему. Да. Молодец. Я делаю разные. Ну, потому что это же творчество, правильно, Саша? Да. И каждый творит как хочет. Да. Свою тварь. Ты наказан. А я тоже не тварь. Ну давайте, что? В жирном мире тварь. О, ну давай уже еще достроим чуть-чуть. Давай вот сюда еще заложим. Газончик такой сделаем. Ну просто это шутка. Я помню. Так. Здесь снижок. Мы сложим вот. Я тут нашла хер. Тут есть... Да ладно, тут есть... Запасные, чтобы покушать. И потом можно не... вот тут есть запасные, да ладно. Тут есть запасные. Ну, в разных напажах. Я закончила, тут есть нет, запасные. Нет, подвели, не пажал. Ну и что? Можно полакаться. Или ты знаешь, что мы можем... Все, я ожусь. Тут есть съел. Запасные. Антон, покажи свой домик. Смотрите. Тут нет, запасные. Катаринка, поверни тарелочку. Мам, откроешь мне мои конфетки. Угу, вот эти две. Знаешь, что я сейчас постараюсь. Короче, Лего очень вкусный. Даже очень. Даже очень вкусный. Держи, Сашка, конфетку. Лего на очень вкусно на. На-на-на. Выезжай. И потом добавляем. А это традиционная новогодняя конфетка. О, нет. И такие палочки ставятся перед входом в дома. Сереж, помоги Саше, наверное, сделать. Воткнуть в это. Воткнуть? Ну вот, Саша уже сам воткнул. Думаешь, оно так должно? Ну вот на картинке сумею. А вас что Саша втыкает? В Лего. А что думал, пап? Саски на лицо. Что означает йод? Ну, не знаю. Я понял, что такое. Вот так, Саша? Давай, вот большую надо втыкать. Стой. Мой сноумен не работает. Твой сноумен. Ты еще и снеговика построил? Нет. Почему нет? Вот, давайте сделаем. Да, тут есть запасные, чтобы полакаться. Спасибо. Сосай! Тебе надо поплыть. Ой, смотрите, я знаю, я построю его сзади, вот здесь, его не... Дети будут пройдите, а он будет их пугать. Я кушаю. Я остаюсь. Ну что, Сашка, давай снега наставим у тебя около дома. Нет. Офигеть, Антон. А я сейчас вон устрою. Ау. Ом. О, какой красивый ком. Новый год. Какой-то это сон. Новый год вообще очень вкусный. Вкусный праздник. Что с вами случилось? Я просто хочу. Сижу выбрать. Можно я тебя буду строить? Нет. Тебе нельзя строить. Папа, может, нам надо было 4 коробки брать? Я смотрю, ты тоже так активно. Блин, ну они такие вкусные. Включился в работу. Надо было брать больше. Другое все возьмем. Так, можно перестать? Я хочу тоже посмотреть. Давай. Сосо так. Стоп такими дверь. Так, ну что, Антоша финишировал? Я наконец-то. Я финишировал. А, да. У нас здесь у меня сноумен. Сноумен? Так, а он. А сноумен это кто? Снеговик. Я закончил. Правильно. Катарин, как ты закончил? Показывай, значит. Так, ну вот Антошкин дом готов. Блин, построй из этого сзади, из этого снега. Можно сейчас полакать. Вот такой я вот не закончил. Получился красавчик. Все как в жизни. Зеленая травка. Снег около травки с утра выпадает. Но правда у нас там, слава богу, не выпадает. А, это жалко. Это вообще-то жалко. Поэтому хорошо. Что это такое? А чего у тебя так много красных осталось, Катаринка? Куда я знаю? Ну, блин, вот ты съесть даже
это строить? Как я, смотри. Я не хочу. Ну вот это, если я строил вот это из лего. А, в смысле, Катаринка туда не сделала, что да? Что это такое у меня? Давайте, по-моему. Как моя хитбикорн. Ага. Ну давай свой показывай, какой у тебя. Все. Да, вот Катаринки такой. Папа, я и закрутил. Тогда твое лего до моего лего. Саш, так поверни свой сюда с тобой. Саш, закончил? Блин, мне конфетки падают, все кендикорн. В общем, вот, ребята, получилось 3 дома. А мы уже жуем запчасти. Хочешь, мам? Что это? Это звучит так странно. Сейчас как бы дети не серлазят. Сашка, сядь вместо коробки. Мама хочет серлазить. Давай я сфотографирую. Потому что мама ведет свой персональный влог для бабушки. Для прабабушки. Персональный влог для прабабушки. Так, ребята, сейчас я вас потрясу немножко, чтобы показать вам всю компанию. Сашка, присоединись к Катаринке. Чиз. Чиз. Ну, в общем, вот, ребята, вот такие вот лего-домики и еще куча запчастей. Сначала съедаем запчасти, а потом будем есть дома. А я строю. А мама пишет. Помогите, мне моя нога. Все, ребята, вы были на канале It's My Life, мы построили Христмас-домики. Я простроила машину. Подключайтесь, подписывайтесь. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новый машину. Так давайте еще машину построим. Кто еще машину? У Катарины много блоков. У меня нету. Я ее все за... Скулбас надо построить. Моя нога успеет. Все, ребята, пока. Вот моя машина. Бай-бай. Пока.